В Иркутске с этой недели начали выдавать обещанную правительством единовременную денежную выплату пенсионерам. Напоминаем, 5000 рублей как разовую выплату вместо индексации, которая во второй половине 2016 года не проводилась, пенсионеры получат до конца месяца. В этом году сроки индексации уже утверждены пенсионным фондом. Пенсионеры, которые получают пенсию через кредитные учреждения, через банки, уже понемногу начали получать эту выплату. Те пенсионеры, которые получают пенсию через Почту России, которым доставляют альтернативные службы доставки, они получат выплату в период с 13 по 27 января. Если по каким-то причинам пенсионер отсутствовал на момент, когда была доставка единовременной выплаты, может быть, он лежал в больнице, или, может быть, он по каким-то другим причинам вынужден был уехать или отсутствовал дома, то выплата будет произведена ему, доставлена дополнительно еще раз в феврале вместе с февральской пенсией.